день! Вы на канале Принцесса Милан. Сегодня воскресенье, и мы пошли в метрополь. Сейчас я вам покажу нашу прогулку по метрополису. Пошлите. Здесь кафе такое. Заходим. Здесь часы. Вот мы зашли. Здесь еда. Искорка. Ну, все остальное. Здесь всего 4 этажа. Сейчас мы поднимемся на 2-й этаж. Сейчас мы едем на 4-й этаж. На самый последний. Я скажу по секрету, он маленький. Я туда никогда не ездила. Только на 3-й. И сейчас вы видите мой первый любимый магазин. Почему он первый? Я ему ставлю первое место. Смотрите, здесь как красиво. Такой у нас большой торговый центр. Здесь игрушки со всего света, 3-й этаж. Сейчас вы увидите мой любимый магазин. Я давно уже не ходила в этот магазин. Вон, вот, смотрите, какой мой любимый магазин. Давайте зайдем в него. Я вам все покажу. В начале у входа нас встречает розочка. Вот знаете, что это мне белое кажется? Это, как бы сказать, снег такой. Можно потрогать, мягко. Здесь даже такая листик. Кто смотрел мультик «Тролли», ставь лайк. Помните, как его зовут? Цветан. Он такой сердитый. А тут лошадка, единорог. Здесь всякие мягкие игрушки. Здесь панда. Леопардик, пандочка вот такая. А вот леопард. Еще тут есть тигр. Тигр. Горилла такая. И мишка. И лев еще тут. Ну, тигр тоже, я думаю, лев похож чуть-чуть. Тут еще есть такая горилла. Собачки тут есть. Такие есть еще пятнистые, я забыла, как их зовут. Такие, как, кто знает всех пород собак, пишите в комментариях. Тут уже My Little Pony, но не будем увлекаться тут. Барби. Я вам покажу, тут интересно все. Даже можно запутаться. Тут птицы. Вот дерево такое, тролли. И птицы. Я вам там петуха покажу. И следующее то, что я вам хочу показать. Вот такая штучка. Тут рекомендуют взять черепашки-ниндзя, даже реклама. Но рекламу вам не буду показывать. Здесь такие фигурки всякие. Здесь такая решетка. Не думаю, что она мягкая. Да, она железная. Я боюсь тогда, но я вам покажу. И тут еще есть такое пианино. Вот тут. Это пианино, слышишь? Есть магазин. Классно. Тут еще здесь бамбулби большой. Такой вот. Здесь опять же маленький пони. Здесь есть как-то вон. Я тут главу даю. И Пинки Пай. Вам покажу сейчас. Я на троне главная.
Еще есть кукла, но у нее руки не было. Это Пинки Пай. У нее было, не было руки, а здесь есть туфли красивые. Просто класс. Посмотрите дальше. Мои родители влеклись в эту штучку, конечно. Это такие игрушки, которые пахнут. У меня нет такой еще. Пишите комментарии, у кого есть гамбургер. Здесь еще. Тут мир Лего. Да, я вижу. Не думайте, что это только детям все интересно. Поэтому говорите родителям. Есть вот такие большие кубики. Их можно в это поиграть. Но я не буду. Вот тут такой конструктор. А сейчас тут есть еще дерево. Сейчас я туда зайду. Покажу вам все подробнее. Тут еще какой-то столик, отдохнуть можно. Веселье. Конечно, тут лавочка. Сидеть можно. Красиво. А тут можно залезть и понаблюдать. Здесь видно почти весь магазин. Можно увидеть вон. Только мои родители. В принципе, я тут сама справляюсь. Смотрите, смотрите, там фигурки. Там Лего. Можно понаблюдать. Видка Пеппа там. Видка Пеппа, я не знаю, видишь? Ты видишь, вот. Светка Пеппа Лего. Ну, здесь реально круто. Можно поиграть, повеселиться. Ладно, да. Я сейчас спускаюсь с этого домика. Сейчас я вам покажу. Я увидела знаменитую игру. Кто же не знает эту игру? Я ее не беру. Смотрите, это же пирог в лицо. Знаменитая игра. Вот. Ой. Я что-то сделала. Я, кажется, знаю, как играть. Давайте совсем это какой-то твистер, что ли, такой, не знаю. Тут еще штучки всякие. Здесь игры другие, но я не знаю, как играть. Ну, короче, пошлите дальше. Дальше. Мне просто интересно, я не знаю, можно ли зайти в это зеркало. Посмотрите. А, нет, это зеркало. Привет. Привет подписчикам. Питки опять покажу вам такие. Копитки показываются. Дальше. Это игрушки знаменитые, такие куколки тут. Вот это блестящий один. Знаменитые. А в следующей стороне Твайлайт, наша любимая Твайлайт. Опять я в зеркале, всем привет, подписчики. Твайлайт тоже красивая обувка. Вот я уже так далеко зашла. Вот здесь принцесса. Смотрите, какая принцесса красивая. Мне не так нравится, я никогда не видела еще красивее принцессы. Еще тут есть мостик. Но я через него не буду проходить. Красивый такой, здесь лучше. Чей, но он не настоящий. Тут из мультиков всякие игрушки. Тут Сильвания Фэмилис. Вот мы заходим в дом Сильвашек. Тут платье просто такое. Сейчас мы приходим к принцессе Софии. Но вначале тут есть такой дом. Он не открывается. Сейчас с собой иду. Тут София. Тут кролик милый такой. Кто смотрел? Принцесса София. Ставь лайк.
я решила обойти дом. Вот дом. Вот вы видите, его нельзя все-таки. Не вот. Все, я вам сейчас покажу интересную штуку. Штуку. Здесь никого нет. Здесь есть такая башарда. Сейчас я в ней залезу. Ой, здесь так интересно. Еще можно свет включить. А вон моя мама там в белой куртке. Мне здесь можно свет включить. Я не вижу, конечно, я постараюсь как бы вам показать. А вот я ничего не делаю. Просто нажимала одну кнопку бессмысленную. Короче, ничего это не делает. Я выйду из машины. Наверное, если здесь еще что-то осталось показать вам. Ну да, здесь я стреляла в пистолеты. Ссылка будет на это видео в описании. Здесь уже, вот еще остался Чагинтон. Спасибо за игру хорошую. Прошла. Еще здесь вот так. Здесь написано: уважаемый, смотрите, это балкон только для кроликов. То есть сюда нельзя ставить маленьких детишек. Такое предупреждение. Но тут точно меня туда не заставят. А такие девочки суперские. Такая. Еще вот эта девочка. Главнейшая. Что это такие маленькие. Вот такие-сякие девочки. Монстр для девочек. Мне кажется, я тут потерялась. А, вот. Я, кажется, вам все показала, то, что есть в этом магазине. Сейчас будем дальше гулять. Ну, а тут отдохнуть можно. Вот здесь цветочек, облачко, сердечко и звездочка. Еще что-то. Это непонятно, что тут игрушки для малышей. Но для малышей я не буду показывать. Есть всякие еще что-то. Смотрите. Здесь смотрите. Дельфин. Вот бы. И всякие рыбы. Ну и вот стоящий. Пошлите дальше. Что тут? Смотрите, тут диванчик. Одежда для Барби. Вот. И я опять отражаюсь в зеркале. Теперь вы можете посмотреть, какая лохматая. Если кому не видно, вот какая я лохматая от моей шапки. Лучше я шапку только сделала. Когда снималась, я ее не снимала почему-то. Да. Давайте я вам уже пройду через мостик. Прикольно, конечно, сюда. Тут папа с
Сейчас я фоткаю. Все, сняла. Ну как вам погода по нашему магазину, который тут есть? Смотрите. Целый город будет всяких. Слышишь, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Магазины меня спалили. Наконец-то из этого магазина. Тут собачки всякие. Опять. Сейчас будем дальше гулять. Вот, возможно, еще на какой-то этаж поедем. Здесь продают такие игрушки. Здесь предлагают, здесь откроется Леонардо скоро. Показывает, что можно что-то делать. Всякая чечина. Здесь сделали так красиво для малышей. Ну просто чудо. Кто сюда зайдет, просто будет в радость. Город. Там книги, но не только книги, и всякие вещи для детей. А то книги для детей как-то скучновато. Для некоторых. Вот здесь всякие кафешки на третьем. Здесь есть четвертый, да скажу по секрету, вот маленький. Там только два магазина. На четвертом тоже. Там его не строят, надеюсь, он открыт, я не знаю. Но я один раз уже туда ездила. Дерево такое. И тут. Это настоящие садки. Здесь шоколадницы они когда. Кто ходил в шоколадницу и что там, расскажите. Это кафе там. Или что-то надо делать. Расскажите, пожалуйста. Потому что я никогда не была и в Чайхане. Ну, конечно, я чуть иногда струсь ездить на первый этаж, потому что страшно с третьего заглядывать чуть-чуть для меня. Но я уже как-то уже почти привыкла это делать, поэтому уже почти не боюсь. Я уже покушала. Сейчас продолжается дальше наша прогулка по Метрополису. Сейчас я вам покажу столовую, где мы обедали. Вот мы в Панчо Пицца, мексиканская и итальянская кухня. Мы тут обедали. Здесь сегодня что-то много народу, обычно мало. Мало выходные народу. Сейчас как-нибудь найдем мы выход. От кафе. Я вам скажу. Знаете, что это? Это кресло для маленьких. Тут лестница есть, но мы по лестнице не будем спускаться. Мы всегда спускаемся разумным способом. Вот разумный способ, но мы пока спускаться не собираемся. Thank you.
сейчас я вам покажу. Поэтому я вот так сверху не буду, все страшно. Вот так, такой большой магазин. Мы на третьем пока. Ну, на четвертом вообще это будет какая-то. Ой, даже мне бомбец страшно. А тут такие красивые розы. Не настоящие. Здесь так прикольно. Я могу людей поснимать, прикалываться. Сюда поднимается только на третий этаж. Поэтому там съешь ты гамбургер. Сейчас там реклама. А гамбургер там пока тут кажется. Просто сделали фотографию. И все. И приели. Я вам показываю там магазин. Кажется, что мы на втором этаже. На самом деле мы на третьем. На третьем. Наша прогулка продолжается. Я не знаю, это, я думаю, долгое видео будет. Что мы всегда гуляем по долгому, значит, видео будет какое? Ладно, долгое. Пишите в комментариях, какое еще видео снимать. Я буду стараться снимать каждое видео. Ваши придумки, которые вы придумаете в комментариях. Напишите. Там же сидели. Если к кино можно пойти. Всего можно потерять. Они там можно выйти. Вы думаете, мы приехали? Нет. Мы вышли, мы не ехали. Кстати, сегодня еще я снимала видео про трейлер на моем канале. Потом увидите трейлер на моем канале. Трейлер я снимала на улице. И закончила тоже. Ты еще не подписал? Еще нет? Подписывайся. Там просто есть красная кнопка подписаться. Потом колокол, чтобы знать, когда выйдут мои новые видео на моем канале. Также можешь подписаться на мои другие каналы. На канал ХММА немножко играет. Мы спустились только что на второй этаж. Ну, наверное, мы сейчас уже выйдем отсюда наверняка, потому что долгая была прогулка. Ну, наверное, мы выйдем. Здесь можно выйти со второго, так и с первого. На самом деле я не знаю, куда мы идем. Поэтому я говорю, может быть. Мы, оказывается, все-таки мы не уходим. Сейчас я иду с родителями в магазин, который я вам показывала с третьего этажа, с перекрестка. Это зеленый магазин, но я буду и там снимать незаметными кадрами, так что все увидите. Я буду сидеть в корзинке, вы не пишите, что я малышка, просто у меня ноги всегда устают, из-за этого я иногда сижу в корзинке. Так что сейчас я вам буду показывать перекресток. Сейчас возьмем тележку. Смотрите, Аленка какая большая. Самая большая Аленка. Наверное, в мире. Я только никогда. Здесь магазин какой-то сладость. Вот мои любимые конфеты. Что-то их перестала есть. Я их больше не нашла.
Вот вначале мы, как всегда, заезжаем в отдел с игрушками. У меня быстро камера едет. Здесь мы такие-сякие звезды, шопкинцы. Здесь это для девочек делать. Я взяла шопкинс. Он стоит здесь 79 рублей. Скидка. Теперь едем в другой отдел. Сейчас я здесь все должна посмотреть. Период с 20 по 26 марта. Не забудьте предъявить вашу карту карусель. Подробности. Снимаем дальше. Сейчас я буду выбирать себе блокнот, чтобы записывать ваши идеи. Возьму я вот такой блокнотик, наверное. Нет, вот такой. Смотри, здесь такой есть, такой. Ой, здесь Лала Лукси есть такой блокнотик. Еще тут много. Вот здесь переливашки блокноты. Да, я хочу переливашку себе. Переливашки. Я посмотрю, я вот этот, наверное, возьму. Такой блокнот красивый. Я беру такой блокнотик. Здесь еще есть зеленый, еще с зеленой принцессой и желтый. Я выбрала себе зеленую какую-то японскую королеву. Еще тут есть что-то желтое. Здесь желтая еще королева такая красивая. Но я ее, пожалуй, оставлю. Здесь бумага продается. Тут угли. Сейчас я ближе подъеду к этому отделу. Посмотрю, что тут. Это карандаши простые, прикольные такие. Здесь тетрадки всякие, фломастеры. Здесь лего. У меня такое дома есть. Здесь есть еще всякие штучки. Тут все для отдыхов, а тут для животных. У нас, кстати, есть животные, но у нас все пока для них есть. Корм не закончился. О, хотите, я вам сейчас белку покажу и петухов? И там крокодил. А тут, кстати, для котов все. Если вам белку и петухов покажу. Петух, белка и крокодил. Здесь пенал можно подобрать. Я хочу себе новый пенал. Что-то мне он не нравится. Неудобный какой-то. Сейчас я буду выбирать пенал. Смотрите, я нашла такой пенал, мне он понравился. Почему я решила взять пенал? Не потому, что я иду скоро в школу, я и так хожу. Я просто решила себе опять поменять пенал. Это я уже меняю третий раз. Потому что мне педалы эти не нравятся. А вот этот круто. С фиксиками. Фиксики мне придадут удачу в учебе. Может быть, и этот возьму. Здесь еще всякие мультики есть. Ну ладно. Поехали дальше. Здесь всякие перчатки. Здесь лопаты. А здесь, чтобы посадить овощи, фрукты. И тут журналы. И кроссворды. Здесь всякие меха. Подушки, матрасы. Это для мам вещи, для пап, для мам. Тут носки, тапки для детей. Тут, о, футболка какая прикольная.
Размечталась эта девочка. А вот котята. Котята, котята. Здесь папа, как всегда, в торты. Конечно, наш папа любит торты. Поэтому каждый день едим вот такие булочки. Чудо булки. Вы видите, почему я все время ноги представляю? Потому что мне неудобно. Есть возможность посмотреть только отсюда. Он тоже пирогик. Я встану и поближе вам все покажу. Для вас специально. Ваш шопинг. Кстати, я беру первый раз. Если просто фигурка, шопинг, в рюкзаке, редкинс. Какой-то. Если так не пустые, то снимают. Да, переливашка. Принцесса или королева. Кто знает, пишите, кто это принцесса или королева по вашему виду. Еще пенал взяли с фиксиками. Плюс взяли еще один блокнот на выбор. Будем выбирать, короче, какой этот или тот. Сейчас я вам его получше покажу. Такой тоже принцесса, мне это кажется. Какая-то китайская принцесса. Здесь знак Китая. Здесь опять булочки. Поехали в следующий отдел. Сейчас мы заворачиваем. Здесь наша нутелла любимая. Фрутелла, нутелла, фрутелла. Кто любит фрутеллу или нутеллу? Ставь лайк. Или для кофе и чая. Я тут рассматриваю пакетик Шопкинс. Это пятая серия Шопкинс. Я не смотрела серии Шопкинс, поэтому не знаю, кто смотрел. Да. Напишите, что это может быть. Распаковок не будет на видео, я его просто распакую. Не будет распаковок. Да? Я сделаю одно видео с Николом Шопкинсом. Возьмем. Вы увидите, какой будет шопинг. Я даже расскажу. Поэтому вы еще увидите. Тикай кофе. Можете написать, кто я. Вот я китаец, может еще кто-то. Пишите, кто я. Вот блондинка. Вот я коричневая какая-то. Я не знаю. Пишите, кто я. Кто я. Вот, сейчас я вам сделаю прикол, а потом, ну, куда я кто-то. Кто угадает, как смотрит. Сейчас я вам покажу. Пишите в комментариях, кто это был. Еще я, то есть, еще около кофе сижу. Вот. Ну, как я вам говорила, опять разматриваю. А что, блюдочки? О, давай вот этот кофе возьмем, она очень вкусная. Мы сейчас выложим. Нет, это очень вкусно. А, вкусно.
39 рублей. Дома есть кофе? Ну, все, я себе хватит. Камеру прям под нос сунула случайно. Там ударилась не сильно. Здесь еще смотрят какой-то новый интересный чай. Сейчас я вам его покажу. Золотой, золотая чаша. Это чай индийский, черный в пакете. Он. В каждой чашке капля доброты. Ну и с другой стороны тоже. Ну, всякие вкусняшки начинаются. Ну, мы вкусняшки иногда приезжаем. Ну, кроме вкусняшек, я возьму другое что-нибудь. И шоколадки наши любимые. Шоколадки. Тут сок, граната, винограда. Это яблоки. Тут апельсины, мандарины. Реально, я думаю, мы уже тут навсегда останемся. Причем, кто не знает, у меня около глаза как синяк, но я не знаю. Я вчера ударилась, я приложила молоко холодное. Не знаю, наверное, у меня, я недолго держала, потому что тяжелое было молоко. Не знаю, что это теперь. Это называется прикалываться на родителей. Смотрите, я сижу так, мне ноги придется все время ворачивать. Приходится. Там мама грушу мне набирает, папа ходит, смотрит. Помидоры, по-моему. Вот ее не видно мне. Но сейчас зеленая я вижу. Сейчас я встану, посмотрю. Видите? А, он там набирает бананы. А я думала, что зеленая или помидоры. Показалось. Зрители, я вас ем. Вы реально думаете, что я вас ем? Нет, вы мне еще нужны, мои зрители любимые. Что вы наблюдаете за мной? Тут здесь помидоры рядом. Я просто не заметила. Помидоры были рядом. Оп. Вот, помидоры были чуть-чуть. Сейчас придет еще один товарищ. Мама уже приходила. Сейчас папа, ну конечно, мы любим фрукты и овощи, но я люблю больше сладкое. Мне уже лечили один зуб, мне его сверлили, делали укол, а потом скоро я буду у стоматолога, мне будут лечить верхний зуб, потому что я наела много сладкого и у меня много кариеса. Мы пришли за сахаром и солью. Сейчас я скажу маме, чтобы взяла муку. Наверное, у нас есть мука. Я буду снимать, наверное, завтра, сегодня, не знаю. Может, не буду снимать, я не знаю, я подумаю. А как я делаю манты? Я буду снимать, наверное, родители будут делать. Я перепутала, лучше снять сегодня, потому что завтра я ухожу, и я видео... Я, то есть, получается, снимаю только по субботам, воскресеньям. А летом я буду снимать почти каждый день. Вот, субботу, почему только в субботу, воскресенье? Понедельник, то он среду, четверг, пятницу. Вот. У меня школа и занятия. Из-за этого я не могу.
У меня занятия поздно заканчиваются, плюс еще уроки делать. Из-за этого я не успеваю снимать. Но простите зрители меня. Летом я постараюсь все лето снимать видео. Там... Зрители, мы решили, что манты будем делать все-таки в следующую субботу и воскресенье. Так что ждите. Но будем снимать, если это видео наберет 100 лайков, тогда будем снимать все-таки это видео. А если наберет, будем ждать. Есть чипсы, но я уже много съела чипсов, поэтому мне чипсы пока не нужны. Сейчас я буду набирать, возьму, наверное, что-то вкусное. А нет, я уже не смогу взять. Я много чего взяла, поэтому я не могу взять вкусняшку. Но здесь много чего интересного такого. Кто не знает, я не очень люблю мяту. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. На канал принцессы Миланы. И подпишись. Всем пока!